сегодня ты будешь гордиться нами, Туман. Выяснили что-то? Мы не только выяснили. Мы привели сразу двоих. Они ждут на ритуальном столе, Туман. Я сказал вам лишь добыть информацию. Почему вы ослушались меня и сделали все по-своему? Мы устали быть твоей тенью, Туман. Мы одна семья. И поэтому каждый из нас должен знать свое место! Ритуальный стол ждет крови, Туман, а господин своих воинов. Сегодня эти души отправят в ад мрак. Что? Мы рискнули сегодня всем ради тебя, а ты вот так просто отдашь наш трофей сопляку? У него есть имя Фалько. И будь уважительны к новому члену нашей темной семьи. А теперь идите и готовьтесь читать заклинания. Мне сказали, что вы можете помочь. Если это в моих силах, мисс, что случилось? У меня пропал муж 2 дня назад. Поподробнее, пожалуйста. Ему позвонил друг, как он сказал, и пригласил его выпить пиво и поболтать. Честно говоря, я удивилась, ведь звонок был посреди рабочего дня. Почему ваш муж был не на работе в это время? Он работает посменно, и у него именно в этот день был выходной. Вы в это время тоже были дома? Да, я временно не работаю. Что было дальше? Дальше он ушел к другу. Я была дома, но ни вечером, ни утром он не вернулся. Я испугалась. Вы хорошо знаете друзей своего мужа? Не всех, но обычно мой муж чаще всего встречается с им. Хорошо, мы допросим его первым. Сэр, звонили из морга. И что? Они хотят видеть вас, сэр. Рори, почему тебе нужно вечно пытать, чтобы ты что-то сказал? Простите, сэр. Из морга сказали, что к ним поступили сразу двое, и что это будет вам интересно.